Сегодня я покажу, как сделать майку с капюшоном и юбку для куклы. Нам понадобится кукла, два шарика и ножницы. Сначала нужно чуть-чуть отрезать с узкого края самую капельку. Теперь делаем горловину. Нужно сделать прорези для рук. И надеваем. Теперь сделаем юбку. Для этого нужно обрезать почти всю узкую часть. И чуть-чуть с обратной стороны. Готово.